Наш телеканал возобновил публикацию так называемых списков из Серзона. В них фамилии ивановцев, погибших под Сталинградом и похороненных в братских могилах Волгоградской области. Лазарь Серзон ищет родственников. В 12 списках 817 человек. Сюда входят воины, призванные на Великую Отечественную войну в границах 1939-1944 годов. У 308 человек близкие найденным. Практически никто из них не знал, где лежит или куда перезахоронен отец, дед или прадед. Особое внимание Лазарь Серзон просит обратить на 7-й список. Из 817 примерно половина, около 400 человек, они остались лежать на поле боя. Их не сумели своевременно подобрать, захоронить. И потом, после войны, там работали военно-похоронные отряды, работали поисковики, там велись сельхозработы. И когда находили останки погибших, как говорят волгоградские военные, областной военкомат волгоградский, они под контролем этих военных перезахоранивали их близ расположенные братские могилы. Я в свое время все эти списки свои отправил в областной волгоградский военкомат, и они на основании моих и своих данных, они им знают, кого куда перезахоронили, они им увековечивают память. И на сегодняшний день его примерно из 400 человек память увековечена 354 человек. Родственники могут туда поехать, их там примут.